мастацкая акция, сумесная акция у першиню, якая отбылася у Витебску, мастакову, літаратору, музыканту, хореографу, кулінару і фармакологу. У самой назве закладены некий такие уже гуморок и в тот же час великий роздум. Сучасної живописи, а даремно. Достатково наняти одного критика, дати йому задання за який-то гонорар сказати спіс сучасних мастаків, які вже виставляються і будуть докладно мастацтвом займатися, і потім купити по якому-нибудь, вложити в кожного по 1000 долярів через 50 років, я думаю, вони по 3000 точно заробили б. Але вони такого не роблять. Не треба, будемо робити ми. У Витебском молодежном центре «Молодик» отбылось открытие выставы работ мастака Александра Пушкина. Выстава носит назву «Биография». Не, это не житёпис самого творца. На картинах, что выставлены в трех залах, увасоблены те пласты життя, те подеи, те люди, той осяродок, чем близко сутыкнулся мастак на протягу своих 31 года життя. Александр Пушкин не выставил для огляду самое лепшее со своих работ. Тут представлены этапные малюнки мастака. От самых ранних, дитячих, и тех, что створал подлеткам у мастацкой школе-интернате, и студентских, с театрально-мастацкой академии, и сталых, маститых. Палитра тем мастака Александра Пушкина и широкая, и досконало распрацеванная. Узвышенные лики святых, образ Мати Боской, роспись Могилевского кафедрального костела, Борской церквы, святителя Миколы Чудотворца, фотофрагменты, яких представлены на выставе, сведшить об величии души самого творца. Маются работы, присвященные сучасникам, поэтам, музыкантам, мастакам и их символичной лиры. И, конечно ж, батька, мати, батьковский стол, якой ток здоровья, силы, розуму и таленту, нібы открытая душа мастака. Целая экспозиция малюнков, связанных с театральной постановкой «Короля Лира» и еще одна сторонка деятельности. На открытии выставы не было высокого начальства, зато и простые люди выказывались широ. Огромное вам спасибо. Я еще пока вот не могу от потрясения отойти. Вам не перешкоджает это прозвище, знакомитое, жить и допомагает? Трошки перешкоджает. Але я раблю маленький акцент. Пушкин витебский. Сдается, что мастак Александр Пушкин уже отбылся не только як витебский, а як белорус.